Эта история всколыхнула интернет, растопив сердца многих, кто о ней узнал. Несколько недель назад военнослужащий из Таиланда по имени Парамет Мисамфоб в разгар рабочего дня зашел пообедать в одно из многочисленных кафе Бангкока. Сделав заказ и ожидая блюда, он обратил внимание на человека, который сидел вдоль дороги. С виду это был пожилой мужчина, который выглядел как бездомный. Он одиноко сидел вдоль проезжей части и через окно смотрел на людей, которые в это время наслаждались едой в ресторане. Увидев такую картину, мужчина, взяв немного еды, решил накормить бездомного и узнать, почему он оказался в таком положении. Но, как оказалось позже, эту историю он запомнит надолго. Подойдя к незнакомцу, мужчина дал ему еды. Но когда военный решил поговорить со стариком, тот постоянно твердил одну и ту же фразу: «Она скоро вернется». Парамет решил узнать побольше о незнакомце у работников близлежащих лавок и магазинов. И вот что ему рассказала одна женщина-продавец. «Я помню, около 10 лет назад здесь проехала машина с молодой и симпатичной девушкой за рулем. Она остановила автомобиль, вывела старика и что-то ему сказала. Но, к сожалению, я не могла расслышать, что именно. Затем она уехала, оставив его тут. Поначалу я не обратила на это внимания, но потом начало темнеть, и я подошла к нему с вопросом. Он рассказал, что его дочь уехала на работу, поэтому должна была оставить его здесь, но она обязательно скоро вернется. Однако и на следующее утро, когда я пришла в магазин, пожилой мужчина все еще был тут. Из жалости я дала ему воды и еды. С тех пор прошло уже более 10 лет, а старик в дождь и жару не сходит с этого места. Ведь она пообещала в скором времени его забрать. С момента последней встречи он ее не видел, однако продолжает ждать». Военнослужащий сфотографировал старика и опубликовал в Facebook эту историю, в надежде, что кто-то может признать человека на фотографии и помочь в поисках дочери или родственников. Откуда же мужчина родом, он рассказать отказался. Но стало понятно, что у старика со временем произошло помутнение рассудка. Этим постом в Facebook поделились несколько тысяч раз, но пока никто за стариком так и не явился. Никто не знает, что именно произошло с девушкой. Возможно, случилась беда, а возможно, она просто бросила отца вдоль дороги. Люди продолжают кормить беднягу и помогать ему, кто чем может, надеясь на то, что кто-то его заберет. Берегите своих близких и пишите, как вы думаете, что же все-таки произошло на самом деле. Делитесь этой историей, возможно, она поможет найти ему дом. Также не забывайте ставить лайк, если вам понравилось это видео, и подписывайтесь на канал.